Шатула Ильвина қызым. Дәбірегі тәбі сізіне құнлы язылы жұп кінегіз білән. Сізге тегіз мәхаббәт, ұзын ғымыр, бақытты болығыз, тегіздікті яшағыз, екі ақында да тегіз көріп, иқтирам етігіз. Нәрсе демейтін, бақытты болығыз. Екі қызымызны да кекке ауға бердік, Аллаға шүкір. Бек әйбет тұралар. Мына қазір тіпшік малайымызны, тіпшік ұлымызны үйлендіреміз Ришат әфендіні. Ну, мақтау, мақтарға ярамай, көз тиіп кетер. Атанаға өз баланы мақтау ол дұрыс қалт өгіл деп білем. Ну, айтып кетесі бар, мыңғарчы ұлым рахмет, езімізге қызылық кетірмедің. Мына қазір шушы зор тұрмышта да сен шулай оқ, продолжай дейтірсін, шонды оқ, не де, әйбәт кіне тұрмыш етігіз, бәқітлі болығыз, бір-бірігізіні қадырлап, бір-бірігізіні яратып, ата-ананы құрмет етіп, екі яқыны да шулай бірге-бірге ғымыр етірге ясысын. Амин. Я думаю, будет правильно, если я самым первым приглашу самого красивого, самого обаятельного, безумно харизматичного нашего жениха Ришата под ваши самые громкие аплодисменты. Вы посмотрите, какой счастливый наш Ришат. А все потому, что сердце у Ришата стучит сегодня вдвойне. Больше, вдвойне громче, и он самый счастливый. Потому что здесь и сейчас он дождется свою самую настоящую любовь в лице нашей прекрасной невесты Ильвины. А Ильвину, конечно же, к Ришату, да, с удовольствием под ваши теплые аплодисменты проводит самый любимый папа. Как же быстро ты повзрослела, стала? Не могу. Пролетели, промчались года. Я вела тебя в школу за руку. Это было как будто вчера. А сегодня фату ты одела. Извини, конечно. А сегодня фату ты одела. Ой, могу. Новая жизнь, вступив на порог, может, многого я не сумела, да поможет тебе в жизни Бог. На всю жизнь любви крепко желаю. Будьте счастливы, дети мои. Крепко-крепко я вас обнимаю и желаю вам вечной любви. Здоровья, благополучия, счастья. Остальное вроде все сказали. Всем спасибо, кто здесь собрался. Ну и ждем внуков. Прощайте, друг друга живите 100 лет, может, побольше, да. Детей побольше вам. Уважайте друг друга, чтобы в вашей было семье гармония. Живите красиво, как вот, и цените каждый день, не ругайтесь, не ссорьтесь, потому что жизнь, она кратка. Вдыхайте ей мир и любовь. Let this be.
Дай вам Всевышний столько лет счастливой жизни, сколько гостей сегодня пришло к вам на праздник. Желаем вам, чтобы в вашей жизни было очень много радостных моментов. Сегодня вы создали праздник нам, и вы можете этот праздник приносить в свою жизнь хоть каждый день. Я уверена, что ваша любовь вам в этом поможет, безусловно. Вы замечательно помните об этом всегда. Поздравляю. Сказать, что вы самые счастливые на свете люди. Ведь у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь избранные. Это любовь. Жизнь без любви – это все равно, что сказка без счастливого конца. По-настоящему счастлив человек может быть только тогда, когда есть кого любить, ради кого жить и сделать все самое дорогое во имя любви. Решат, судьба вручает тебе сегодня самый прекрасный дар в жизни в лице прекрасной невесты Эльвины. Женщину, которая будет всегда с тобой рядом, она будет согревать тебя своей нежностью, теплом своей души. Согласен ли ты любить ее, беречь, заботиться и хранить ей верность на протяжении долгой-долгой жизни? Твой ответ, Решат. Эльвина, рядом с тобой самое большое драгоценное счастье в лице такого любимого, родного человека. Посмотри, какой он молодой, сильный, красивый, а самое главное, любящий. Это твой дорогой Решат. Готова ли ты пройти с ним всю свою жизнь, рука об руку, быть вместе всегда, чтобы что ни приготовило вам судьба, быть вместе?
Ну что ж, ваше взаимное согласие дает мне право среди ваших дорогих, безумно замечательных гостей и ваших родителей зарегистрировать ваш брак. Уважаемые гости, давайте поздравим. Аплодисменты. Любви и верности, бесконечного счастья, я прошу обменяться обручальными кольцами. Официально заявляю среди самых дорогих почетных гостей, что сегодня зарегистрирован брак семьи Каримулиных. Конец праздника.